Вот, долгожданная серия, мы продолжаем. Я сейчас собирался убить всех, а потом подумал, решил убить не всех. И для начала я решил зачариться. Ты чё, издеваешься? Что? Тебя чё, убить? Тебя чё, втащить, а? Я тебя сейчас тащу. Давайте-ка перереспавним, что тут не так. Я не знаю, зачем я убил жителя. Просто так, наверное, потому что... Ну что это за фигня? Почему 16 минимум, а? Что? Отдача один? Тут отдача один и заговор. Нет. Это лучше гораздо. Видимо, не судьба. Что-то мне зачарить. Я думаю, магма и слизни будут полегче, чем вот эти вот хрени. Как они там? Вот, прочитайте, если захотите. Но магма и слизни. Я вызываю вас, магма и слизни. Блин, магма с низами такие жестокие вообще, реально. Вот это вообще жесть. Они еще и прыгают, знаете. Я в них не попадаю, понимаете, они прыгают же, да? Вот этих... А, ну зато на них легче будет, наверное, фармиться в плане того, что вот этих маленьких можно убивать и... будет считаться за одного. Что, неожиданно, да? Да я хочу по-большому попасть... Засранный маленький магма слизень. Я же туда бежать! 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 Блин! В мясо! Блин, дай пройду! Дай пройду! Дай! Дай! Вот засранцы, а? Чё ты, а? А ты чё начинаешь, а? Ой, не начинай, а? Не так тошно. Убил я 21 слизня. Если вы сейчас что-то слышали, то забудьте. Вы не слышали? Вы не слышали? Вы не слышали? Просто я болею. Я говорю, я ещё до сих пор болею. Так, давайте-ка... Отдача один. Ладно, погнали. Кто победитель по жизни? Я. Ну, хотя бы отдача 2 теперь. Хоть какой-то плюс в этом есть. Стрел. Стрел. Может, побольше стрел вот на этих фигах купим? Потому что я что-то боюсь их. Они жестокие какие-то, реально. А... Чуть палки не купил, прикиньте. Вот, и скрафтим наш блок, чтобы, во всякий случай, я выкидываю алмаз, ребят, на ваших глазах. И телепортируюсь отсюда. Ух, самые жесткие остались монстры. На три части все это получилось. И сейчас будет самая, наверное, эпичная битва. Прикиньте, я сейчас убиваю просто всех с одного раза. Нет, такого не будет. Они жестокие. Вы что такие быстрые, а? Да ладно, я в них даже попасть не могу. Что? Блин! Ну пошел ты! Что вы делаете, а? Вы что, больные? Вас что, только в рукопашку бить? Ладно, я... Блин, да что ты меня пугаешь, а? Да блин, я не понимаю, где кто. Они что, по удару убиваются? Да хоры меня бить! Они мне сейчас броньку всю сломают, ребят. Ой, привет, привет, здрасте, я к вам на пати зашел тут, окей? Я говорю, я ненадолго, пацаны, по-братски, дайте я тут посижу 5 сек, мне нужно пока подождать, пока вы это... Да хоры меня бить, ты чё за сранец такой-то, а? Чё такие тупые-то все, а? Давай, ко мне иди. Сюда иди, да? Ну, давай, появляйся, эту штуку, ты уже сколько нужно их убить, а? Сколько их нужно убить? Скажите, чтобы вы от меня отстали, а? Почему, когда я их бью, я получаю урон? Меня мочит какая-то опять невидимая фигня, которую я не вижу, но она меня мочит, знаете, да? Блин, дайте-ка я отрегенюсь, а. Блин, звук очень странный, меня звук смущает, реально. Он... Ай, вы не бьетесь. Ты, пошел ты! Ты тоже пошел ты! И ты пошел ты! Понял?
понял, понял, и ты понял, да? А ты понял, нет? А ты не понял, да? Вы что тупые? Ушли в жопу, дайте отрегенись. Не бомбите меня. Все, давайте-ка отрегенимся ненадолго. Ух, вот это эпик. Да, реально, вот это эпик. Что тут, сколько нужно их убить, чтобы... Кстати, очень мало убило, я всего 17 штук убил, кажется. Нужно 20, да? Давайте-ка отрегенимся хотя бы наполовину. Почему там нету? Интересно, тут есть какая-нибудь типа лечилка там, я типа вот. Маяк? Кстати, это идея. Запрячь маяк на скорость. Нет. Пошел ты, вообще засранец. Я двигаться не могу. Нормально, да? Дойти бы, дойти бы, дойти бы. Вот засранцы, а? Какие засранцы, а? Прощайте. Вот засранцы, а? Ну все, я отрегенился. Иди сюда. Да сюда, что ты думаешь, такой крутой, да? Угу. Вы все думаете, что вы крутые, да? Вы все, ты тоже думаешь, да? И ты, да, и ты, 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 и ты. Все, застранцы, вы не крутые, вы неудачники. А зачем это? Я же все. Ясно. Ну офигеть, я представляю, сколько автор мучился с этим, всем. Я реально, вот автор заслуживает моего уважения. А чё тут? Не... Ой. Нажал перейти нечаянно. Сейчас позырим, что он там скинул нам. Ясно, он нам всякую фигню раскидывал там. Ладно, я надеюсь, этого на видео не будет видно, что я туда зашел на этот сайт их там. Так. Ну что ж, это желтая шерсть будет трофеем в моей коллекции. Прощай, алмазный сет. Здравствуй, новая жизнь. Ну что ж, вот мы и прошли нашу арену. Всем спасибо за просмотр. С вами был Колян, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте положительные комментарии. Очень огромные лайки ставьте вот за это. Я люблю, когда вы ставите лайки, это просто мне придает позитива кого-то снимать. Мне осталось пройти 4-5 миссий, 5 миссий осталось пройти, да? Да, 5. Следующее, я не знаю, что будет у нас, но мы посмотрим. Я думал, я один не пройду эту арену, но все-таки получилось у меня это сделать. Всем спасибо, всем пока. Thank you.